Так, всем привет. Значит, у меня сейчас в руках телефон Samsung G120, как он называется-то? 120F. В общем, G1 2016 года. Значит, в чем прикол этого телефона? В том, то, что... сейчас я покажу. Значит, телефон у нас работает, но у него есть пару минусов, вернее, два. Это, значит, не работает камера. Так, предупреждение, сбой камеры. Вот такое вот получается. Значит, не работает камера, и у нас еще не работает динамик разговорный. А громкость связи работает, чтобы это проверить на самом деле легко. Можно позвонить 112. Звук идет, обычный, музыку слушаете. Вот сейчас звоню. Звука нет. Если я включу динамик, то есть динамик этот рабочий, то есть по нему можно слушать музыку и прочее, видео смотреть, но разговаривать мы можем только по громкой связи, либо через гарнитуру, наушники, а также у нас не работает камера. Причина этому неизвестна. Значит, особенность этого телефона, значит, в том, то, что он не разбирается. Тут нет винтов. Короче, вот такая вот модель стрёмная. Дешевый бюджетный телефон, но у него, короче, вот такая вот особенность. Я даже удивился, значит, когда увидел. Для этого нам надо, короче, использовать фен, греть дисплей. И таким способом его разобрать. По-другому его не разобрать. Как видите, винтов здесь нету. Значит, понадобится мне фен, присоска, ну и спиртик, собственно говоря, и все. Ну и вот эти вот штучки всякие подцеплять. Дисплей. Делать надо аккуратно, чтобы дисплей не раздолбать. Буду греть феном и, значит, отклеивать дисплей, чтобы заменить динамик и, скорее всего, камеру. Возможно, его затопили, возможно, непонятно. Значит, вот эту штуку надо нам снять, крышку. Я так понял. Сейчас. Тут, наверное, находится шлейф у нас. Я так полагаю. Да. Тут находится шлейф. Значит, сейчас отстегну шлейф, буду греть, в общем, и снимать, разбирать его. В общем. Не знаю, разбирали его до меня, нет. Это так особо не видно, что кто-то лазил. Ладно, сейчас посмотрим, будем делать. Попробовать будем чинить его. Надо сказать, руки ждет. Руки ждет. Фен-то горячий на самом деле. Сейчас посмотрим. Так, что-то вроде нагрелось у нас. Попробуем. Соска наша.
Нет, довольно сильно приклеено. Короче, он так приклеен сильно, что я даже не знаю, по-моему, такого фена даже мне не хватит, хотя он почти 200 градусов должен, по идее, разогреть клей, но у меня он не разогревает, мне дисплей вообще не поднять. Вот такая вот ситуация. Вот такие вот дела. Значит, буду пробовать, не знаю, получится, не получится, посмотрим. Вот. Так что вот такие вот особенности у этого телефона. Возможно, мне и не получится его разобрать. Так что только как навигатор его использовать, только если. В общем, ладненько. На этом видео я или на паузу нажму, или прекращу, посмотрим. Еще раз погрею, посмотрю, получится у меня или нет. Вот. Будет вам, наверное, полезно это видео, кто захочет разобрать сам с помощью вот такого фена, как у меня. В общем, ладно, нажму на паузу, потом, если чего, если получится, то или не получится, покажу вам. Так, что же, вот после там 3-5 минут хорошего погрева получилось у меня все-таки хорошо нагреть дисплей. И вот, в принципе, вот присоска, я нашел щель, чтобы всунуть туда вот так эту штучку, вот эту вот пластиковую. И вот у меня процесс прошел, значит, дисплей я снимаю. Так что, в принципе, все пока получается. Ну вот, короче, путем недолгих махинаций, нагрева и пшикания спирта в щель, значит, удалось мне вот отодрать дисплей. Не знаю, работает он или нет. Ну, по крайней мере, он не треснул, что могу сказать. То есть я его отодрал и даже вроде сенсорные кнопки не повредил. Вот такая вот история, друзья. Короче, имейте в виду, что на телефонах вот Samsung G1 2016 года, чтобы его разобрать, надо, короче, греть дисплей вот таким макаром. По-другому его никак. В общем, все. На этом спасибо всем за внимание. Всем пока.